Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Я сегодня к вам с большой коробкой покажу то, что я получила с Америки. Знаете, столько было запросов на это. Я показывала в Инстаграм фотографии, и все спрашивали, откуда, как, что. И вам сегодня я постараюсь рассказать, как это все я получила. И насчет сайта Бандеролька. Сайт — это сайт-посредник. Когда вы покупаете что-то на американских сайтах, и вам продавец не хочет, например, отправлять в Россию там, или на Украину, вы через этот сайт можете себе заказать. Можете заказывать все, что угодно, там, косметику, все, что для дома, там, вещи любые. Многие сайты американские, да, не отправляют. Я с этим не раз сталкивалась, то есть мне что-то нравится, я хочу заказать. И они говорят, а в Россию не отправляем. И вот тут вот на помощь приходит сайт Бандеролька. Сразу скажу, сайт полностью на русском, очень понятный интерфейс, все очень понятно. И первым делом вы, когда регистрируетесь, они вам дают адрес в Америке. Такой вот адрес мне дали, видите, Елена Матвеева, и вот видите, в Делавер. И потом уже вы все это ищете, где бы что заказать. И вы туда заходите, все регистрируетесь, все понятно. Вот он, сайт Бандеролька, покупатель любых интернет-магазинах США. И вот, и Бандеролька доставит прямо домой в Россию. Сначала вы получаете личный адрес США прямо сейчас, то есть вы регистрируетесь и получаете. Ничего там сложного нет. И потом начинаете выбирать. Выбираете все, что вам в душе угодно. И вот это все доставляется на склад Бандеролька. До 45 дней это все хранится у них. Вы можете дозаказывать в это время, то есть сформировать огромную посылку там. Или не огромную, какая вам нужна. То есть прошло, например, дней 20, вы там через 20 дней решили, о, закажу-ка я еще, там у них скидки огромные, давайте. И вы можете заказать, и это все потом, когда вы сформировали полностью заказ, дали добро, уже присылаете к нам сюда, например, в Россию, как мне. Заказ пришел довольно-таки быстро, очень быстро, все упаковано вообще отлично, здесь сделано так, здесь внутри коробки находятся такие вот, как называется, сейчас покажу вам. Внутри находятся вот такие вот, такой упаковочный материал, который гарантирует то, что ваша посылка там не побьется, не разобьется, ничего не растечется. И очень удобный сервис. Вы знаете, очень много сейчас людей с России, с Украины заказывают через этот сайт. Там есть у них калькулятор стоимости доставки, кстати, можете тоже воспользоваться, то есть... Что я и сделала. Отслеживайте, когда все, что вот это вот, как пакуется, на складе все у меня отправлено. И вот здесь вот можно посмотреть состояние, отправка, метод доставки, вот это все. Здесь вот очень все понятно, все четко, ясно, все написано, все по-русски. Вообще идеально, мне очень-очень понравилось. То есть вы будете знать, сколько вы должны за доставку. Немножко покажу вам сегодня этот сайт, как, что, и расскажу, на каком сайте я выбирала, что мне посоветовали. Когда я начала заказывать, я растерялась. Сначала я, конечно, зарегистрировалась, а потом мне сказали, выбирайте, где что вам нравится. Я сначала на Amazon, по-моему, посмотрела, потом я наткнулась на такой сайт, называется он 6PM. Вот смотрите, я вот про этот сайт вам рассказывала, 6PM, 6PM.com, и вот здесь вот все, что у них есть. Я смотрела обувь и сумки, вот смотрите, вот здесь вот вся обувь, то есть, если интересно, то можно здесь вот выбрать, есть здесь мужская, подростковая, девчачья, вуманская, значит, женская. И вот, например, и вот здесь вот я выбирала, вот здесь вот есть значок такой. Проценты. Вот смотрите, если видно, с
Сколько процентов скидки? 85 уже. Вообще обалдеть. Стоило, например, там 298 за $50, вы можете взять все что угодно. Я на этом сайте просидела столько, мне так нравилось, и вот у них тут размеры, все. Вообще, хотя вот на английском, да, вот это все, но здесь до такой степени все понятно. Даже если вы не изучали английский, все будет понятно. И сумки, да, то же самое можно посмотреть. Какие здесь, каких только здесь сумок нет, и такие вот известные все вот эти марки, все можете посмотреть. Ну, я от этого сайта вообще без ума. И вот тоже так же вот так вот можете нажать, и уже видите, да, скидки какие, огромные скидки. Вообще. И вот здесь вот сбоку можно выбирать производители, можно выбирать вот цвета, можно выбирать там сколько скидка и все такое. Тут есть все известные бренды, все, которые вообще бывают, и все, короче. Я вообще в шоке от этого сайта и от бандерольки. Я так довольна, вы не представляете. Где торгуют обувью и сумками. Мне хотелось натуральную кожаную сумку, натуральную красивую обувь. И я тут разошлась. Вы знаете, там такие огромные скидки. Скидки были, по-моему, до 80%. Вообще, администрация бандерольки рассказывала, что у них в один из дней, там, по-моему, в прошлом году было такое, что у них были, по-моему, скидки 90%, и там все раскупили. Представляете, известные бренды, все у них там со скидкой 90%. То есть обувь, сумки, пока я не помню, что там было, но это было что-то. Ну, то есть я там разошлась. И знаете, обувь пришла по размеру. У них там можно выбрать на этом сайте свой размер ноги померить. И вы точно не ошибетесь. Обувь очень удобная. То, что я получила, очень удобная, комфортная. Вам покажу, конечно, что в этой коробке. Вот, чтобы вам показать, я заказывала на этом сайте 6pm.com. И каждая обувь, пара, имеется в виду сумка, приходила на склад по отдельности. Поэтому здесь три документа. То есть, как только обувь или сумка поступала на склад, сразу приходило мне сообщение, что товар такой-то поступил на склад. Товар такой-то поступил на склад. И когда уже у меня все пришло на склад, я сказала, все, я больше ничего заказывать не буду. И мне уже выслали в Россию. Шло, по-моему, недели, наверное, полторы, примерно где-то так. Давайте же я вам покажу, что я заказала. Заказала я первым делом себе вот такие вот туфельки. Туфельки на небольшой сплошной подошве, удобные. Это замша, внутри тоже все кожаное. Здесь такой очень удобный супинатор, вот видите? И очень удобно ноге. Вообще подошва внутри вообще шикарнейшая. Здесь вот такая вот заплаточка, чтобы не съезжала пяточка, она тоже из замши. Здесь все замшевое. И очень удобный такой вот каблучок. Их можно и с джинсами, их можно и с юбочкой. Я заказывала, я ношу 37 размер, и я заказывала американский размер 7. Идеальным образом они сидят по ножке, я их уже тут затаскала, не раз одевала и в пир, и в мир, и куда угодно. Если начали с обуви, то продолжим обувью. Следующая обувь вот такая вот тоже удобная летняя обувь. Я ее долго-долго выбирала и в конце концов выбрала. Такая вот сплошная подошва. И здесь внутри полностью все замша. Это сверху кожа с такими вот дырочками. Очень хорошо дышит. Здесь вот тоже как бы стелечка такая, чтобы не ездила нога. Все прошито, все аккуратно. Из-за того, что у них вот здесь вот такая платформа, они до такой степени удобны, знаете, тоже 7 размер, 7 по-американски. И
Они были, вот что та обувь, что вот эта обувь, они были со скидкой, по-моему, процентов 60-70, может 78, то есть огромная скидка. Следующая кожаная сумочка. Как я ее, знаете, как увидела, я ее сразу, даже без раздумий, заказала. Я вообще люблю вот такие вот объемные сумочки. Видите, она как баульчик такой небольшой. Здесь тоже все полностью кожа. Здесь вот, передний фон это замша, и на ней такой вот рисунок. Здесь это фирма SAC, американская фирма молодежная. Вот такая ручка, она регулируется. Здесь, как сказать, это... не кожа, вот это вот сама, вот это вот, чтобы не натирала плечо, она сама по себе кожаная. Очень интересно, сумочка сделана тем, что вот здесь вот поднимается, вот здесь вот само основание, оно служит и тем, что закрывает саму сумку. Здесь находится магнит, здесь тоже магнит, и здесь есть дополнительное такое отделение. Вы сюда можете положить все, что угодно. Подклад обалденнейший. Конечно, не сравнить никакое с китайскими. Это, по-моему, хлопок. Очень красиво все сделано. И здесь вот несколько отделений. Сумочка у меня каждый день со мной. Вы могли видеть. И здесь есть два отделения. Потом отделение с замочком. Вот оно. И вот это вот большое отделение. Все, подклад вообще шикарный подклад. Он такой вот... наверное, из ХБ все прошито. Ну, тут, конечно, нет никаких там разговоров о том, что, может быть, там что-то плохо прошито, что-то плохо сделано. Вообще, сумочка... сумочка классная. И покажу саму упаковку. Упаковка вот такая вот была. Все упаковано, вот видите, здесь вот специально вот этот упаковочный материал. Это вот... сумочки, этикетки. Также мне, наверное, в подарок положили вот такие вот, как сказать, снеки из сока фруктов. Вкусняшки. Вот. Все здесь упаковано, все красиво. Здесь также была открыточка от бандерольки. Вообще, знаете, как приятно. Очень приятно получить это все. И также я заказала доставку на дом. Мне принесли домой все это. Здесь вот... то есть вот такая вот большая все, коробочка.